Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас очень хорошая новость для владельцев телефона Elephone P9 тысяч, который в числе первых обновится до Android 7.0. Компания Elephone объявила, что сразу же после анонса Android 7.0 она взялась за разработку и оптимизацию этой операционной системы под свои устройства. На данный момент перед командой Elephone стоит первоочередная задача выпустить обновление для флагманского телефона P9 тысяч. Вся основная работа уже была сделана, поэтому ожидается, что владельцы данного смартфона начнут получать обновления до Android 7.0 по воздуху уже в середине ноября этого года. Кроме того, как только разработчики Elephone закончат работу над прошивкой, все новые P9 тысяч будут поставляться уже с Android 7.0 из коробки. В Elephone уверены, что владельцы P9 тысяч первыми после обладателей устройств линейки Nexus получат это обновление. По заверениям Elephone, новая операционная система Android 7.0 запускает приложение несколько раз быстрее, а скорость их установки возросла на 75%. Кроме того, обновление включает и множество новых функций: разделение экрана, новые смайлики, управление правами выхода в сеть и другие. Напомню, что Elephone P9 тысяч имеет такие характеристики: 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10, 4 гигабайта оперативной памяти, 13-мегапиксельная основная камера Sony EMX258 с лазерным автофокусом и аккумулятором емкостью 3000 мАч, разъем USB Type-C и многофункциональная кнопка E-Touch со встроенным сканером отпечатка пальцев. Вот такие вот новости у нас, ребятки. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.